Органы государственной власти продолжают переходить на отечественное программное обеспечение. В лидерах региональное министерство сельского хозяйства. 80% компьютеров в ведомстве оснастили российскими разработками. Такой проект импортозамещения даже отметили дипломом соответствующего конкурса. Отечественные технологии позволяют экономить бюджет и делают более доступной техническую поддержку. Первая наша награда именно по импортозамещению. А вторую награду мы получили за счет того, что мы разработали свой аналитическую систему на базе 1С, тоже является российской разработкой, непосредственно уже разработкой нашего отдела. И провели методическую работу по переводу наших коллег из муниципальных образований именно по работе с этой информационной системой, включая и наши отраслевые департаменты. На всех компьютерах в региональных и муниципальных органах власти уже используют российские средства антивирусной защиты. Поэтапно внедряют отечественное офисное программное обеспечение. Продукт уже прошел испытания. Даже официальные документы новым шрифтом набирают. Он называется Paratype Astra Sheriff. Сейчас им пользуются на обязательной уже основе все исполнительные органы власти Ульяновской области. Приобщаются также и органы местного самоуправления, то есть, по сути дела, вся система власти перешла на этот шрифт. Согласно указу президента, в следующем году уже 70% закупаемого программного обеспечения должно быть российским.